уже в сущности и раю роль, отведенную мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже те, что не играют, я играю роль свою. Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем. Все проходит, мы пришли, мы уйдем. Все проходит и уходит, мы никуда из ничего. Все проходит, но бесследно не проходит ничего. Потому что в интернете будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роли над собственной ролью. Плачу я и хочу, по возможности достойно доиграть ее хочу. Ведь не мелкою монетой жизнью собственной плачу, и за то, что горько плачу, и за то, что хочу. О, как трудно, как прекрасно пить, любить, идти на дно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино. Браво! Наверное, все-таки я тогда не очень хорошо понимал, о чем эта песня все-таки, ну, извините, там, 10 класс. Вот, но тем не менее, вот она как-то, вот такие песни мне западали в душу. А было у нас в клубе много разных интересных коллективов. Во-первых, мы очень много пели хором. То есть у нас были песни, которые мы там раскладывали на 6-7 голосов. И показывать их сейчас вот в одиночку, это занятие. То есть я их очень люблю до сих пор. И иногда мы там собираемся, правда, небольшими такими кучками, там по 3-4 человека, вот то, что осталось из тех, кто тогда ходили, и вспоминаем эти песни, но мы все в разных местах. Коля Черков живет во Франции, Макс Чкалов в Штатах, вот. Кто-то остался в Тольятти еще, вот. Кого-то просто уже нет, вот, по-разному бывает. Кто-то вообще забросил все это дело, потому что другие дела есть более интересные. Вот было замечательное совершенно мужское трио Эбель, Топоров, Бударин. Юрка Эбель, Серега Топоров и Олежка Бударин. Вот. Такие брутальные мужские. Эбель, немец, рыжий, здоровый такой, со здоровыми лапами касается плеча. Вот. Топоров, он такой с бородой цыганского вида. Олежка Бударин, да я не знаю, как описать. Он был обычный, но все равно, как бы, вот это вот. И пили они, очень много пили они Суханова. В комнате темно, в комнате беда, кончилось вино, кончилась еда, кончилась вода вдруг на этаже. А чего ж тогда весело в душе? В комнате давно кончилась беда, есть у нас вино, есть у нас еда, и давно вода есть на этаже. Отчего ж тогда пусто на душе? Ранее порой, омрачая мир, шел понурый строй рядом конвоир. А душе в ночи снился дивный сон, вербы и грачи, колокольный звон. Дедушке весной я дарил кольцо, с лаской и тоской ей глядел в лицо. Холодна была у нее ладонь, но сжигал до тла мне огонь. Постучали в дверь, открывать не стал, я с людьми не зверь,
просто я устал. А может быть, меня ждет за дверью друг, а может быть, родня, а в душе испуг. Покой всем гостям почет, полною рекой жизнь моя течет. Выйду не спеша и вокруг загляну, окунись душа в чистую волну. А Юрка писал песню, писал музыку. Вот. Я не знаю, то есть он никогда их практически не пел, но вот одну песню я у него запомнил. Потом нашел уже чьи стихи, потому что я как бы к нему тогда... Он говорит, я не помню чьи стихи. Вот. Я долго их искал, сейчас, когда появился интернет, это стало возможным. И поэтому, когда я забил, наконец-то, года два назад, эти строчки в очередной раз забил в интернет, и мне вылезло, что это Глеб Горбовский. Вот. А музыка Юрия Эбеля. Обломок пня, охапка сучьев огня и дыма. Вороха, обсушишь ноги, сразу лучше захочешь есть в реке уха. Дрожащий свет забрался в зелень и заблудился в трех соснах. Холодный ветер еле-еле перебирался, полный сна. Костер ворчит, я понимаю, ведь он живой, поспать не прочь, но как уснуть, когда такая холодная под боком ночь? Костер и я на всю округу, настолько двое два звена, живых не признающих сна, почти похожих друг на друга. Костер и я на всю округу, настолько двое два звена, живых не признающих сна, почти похожих друг на друга. Ну и понятное дело, я как молодой, я пытал Юрку, он был значительно старше, типа, как писать музыку, как. Вот. Я многое тоже на гитаре подсмотрел, и у Топорова, у которого были красивые басы, и у Юрки, который вот тоже очень интересно некоторые вещи делал. Вот. Всему учился. И да, попался мне сборничек. Вот ты, блин. Сейчас посмотрю. Я не написал, кто автор. Сейчас. Да простит меня автор, потому что ты известный поэт. Автор стихов. Я не помню. Наверное, Кушнер все-таки. Вот. И поэтому я взял и попробовал написать песню. Это был очередной мой опыт, который я посчитал неудачным. Вот. И я ее тоже недолго не... Я уже в Питере здесь ее показывал на концертах. А тогда я ее так никому не показывал. Ernst, только видит канцелярий юрист. Он за
за листом в суде морали новый лист. Не рисовать, не сочинять ему, не петь в бюрократической машине той скрипеть. Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор. Куда удачливее Эрнст и Теодор. Придя домой, превозмогая боль в плече, он пишет повести ночами при свече. Он пишет повести, а сердцу все грустнее. Тогда приходит к Теодору Амадею гость удивительный и самый дорогой. Он словно Моцарт машет в воздухе рукой. На Фридрихштрассе Гофман кофе пьет и ест. На Фридрихштрассе говорит тихонько Эрнст. Ах нет, направо, умоляет Теодор. Идем налево, оба слышат, и во двор играет флейта еле-еле во дворе, как будто школьник водит пальцем в букваре. Все равно она вздыхает о модели судебных записей милей и повестей. А? Кушнер, да. Кушнер. Вот. А еще в этот вот где-то там же там я год или два клуб ходил, когда опа и появляется парнишка такой. Слегка с московским говором, он 2 года отучился в Москве, вот, в универе, вот. И играл на гитаре, я офигел, честно, вот, в МГУ знал Иващенко Васильева, по крайней мере, бывал на их концертах, у него есть их записи и пел их песни. А они тогда вот, как бы, они на Грушинском-то прогремели, но записей-то еще толком не было, да, в общем, вот и кто. А он привез оттуда записи, вот это было волшебство просто какое-то. И самое главное, что он играл так, я вообще не представлял, что такие вещи можно на гитаре делать. Вот. А он, и я, конечно, все, я к Валерке прилип, я лучше подбирал. Но вот то, что звукоизвлечение и прочее, Валерка надо мной трудился. Он в результате, он забросил авторскую песню, он ушел в гитару, причем, ну, классическое это назвать сложно, вот, потому что классическое, то есть это вот Иванов Крамской, вот, нет, это современная гитара, великолепно играл, он ученик Владимира Устинова, тоже покойного ныне уже, гитариста великолепного совершенно. Вот. И сам Валерка ушел пару лет назад. Очень рано. То есть он старше меня на несколько лет всего. Вот. И я у него, конечно, и Васи, и все. И Васи для меня на долгое время стали вот той вот планкой. Вечность вдали исчезая, вечный стандарт, вот колодец, в котором серую краску для жизни черпая. Серые нити шаблонов проклятых оригинальности краской расцветит. Можно прокинуть на руках по канату или ногою сыграть на кларнете. Сенсации недели, грех не испробовать все варианты. Кто-то поэта убьет на дуэли, выстрелит тот опять раз музыканта. Кто-то, отвергнув все нормы морали, мир не скользит в эротическом свете. Кто-то пройдет по гвоздям без сандалий или сыграет ногой на кларнете.
мне муж. Я боя, я не косой, я рисую портреты. И зажимаю я левой ногою, правой технично касаюсь планета. Да, я кумир, только слава я знаю. И долговечно, и нет мне покоя. Кто-то уже на органе играет, импровизируя левой ногой. Выходит, что наши уловки нам ничего, кроме фальши, не дали. Точат, как функция Баха, Чайковский, прост, как гармония, но гениален. В том-то и есть преткновение камень, что если долго корпеть над кларнетом, можно сыграть на нем даже ногами. Можно, но счастье, наверное, не в этом. Как это на гитаре играть? Как это возможно? Это было для меня, то есть на долгие годы вот это вот изучение того, как же это был такой наркотик. Вот. И, конечно, вот одна из самых сложных вещей, наверное. То оно перекочевало и в другие песни, потому что стало намного легче играть. То есть вот то, что я играл, это вот уже поздний вариант, потому что когда я играл... То есть все было гораздо сложнее, когда я играл тогда в молодости, сейчас я упростился. Вот. Но песни приходили по-разному. То есть, ну, фестивали это в первую очередь, потому что Грушинский фестиваль, вот он у тебя рядом. Но были люди, которые ходили в походы. Из походов они привозили песни совершенно удивительные, которых неизвестно было ни автора, а зачастую они настолько отличались от того, что пел автор, причем в лучшую сторону. У нас был Сашка Егоров, который отличался, но сейчас есть, то есть мы виделись, когда я в феврале был, он отличался удивительным подбором песен. То есть, вот есть люди,
Вот они поют песни, и ты понимаешь, что любую из песен, которые они поют, ты возьмешь себе, потому что она тебе подходит вот просто это. У него был не очень большой репертуар, но все песни, которые были, они были вот, ребята, такие. И он их привозил, он их привозил из походов, где, в общем, вот они такие же, такие, где-то там на стоянках пересекались, не знаю. Ну вот, вот. И вот одна из любимейших песен, которая, опять-таки, я вот ее пою в варианте, который пришел вот от Саши Егорова, и он мне нравится больше, чем авторский вариант. Вот, это Ванька Жук, песня Николая Шипилова. Здравствуй, Ванька, Ванька Жуков, без тебя грустно, жутко, даже никому не в шутку написать десяток фраз. Жизнь моя переменилась, словно мессер задымилась. Сделай божецкую милость, приезжай ко мне сейчас. Я куплю крючок и леску, леденцы и в цирк билеты, золоченые орехи и железный сундучок. Мы помчимся по железке на другой конец планеты, и на прежние огрехи плюнем мы через плечо. Пусть придут из райсовеса секретарь и участковый, где же им понять балбесам, дуракам, корадовым. Пусть я не имею веса, пусть я в жизни бестолковый, но тебе не дам в обиду, я не мертвый, не живый. Вот и все, писать кончаю, до свидания, друг Ванюшка. Я ночую у подружки, и мешаю верхний свет. Мне сейчас бы рюмку чаю, или лучше водки кружку, да любимую игрушку, пачку крепких сигарет. Ну и, конечно, Коля Черков, который был руководителем клуба, у которого не было голоса, он его сорвал, по легенде, которую он рассказывал. Вы, наверное, помните этот известный матч между нами и профессионалами-канадцами, который был в Москве. Вот. Он стоял в очереди всю ночь, это зимой же было, вот. Причем в легонькой обуви, как в этом. И то, будто у вас на тоненькой подошве, да. И в результате после этого свалился, и голос у него исчез. Вот, поэтому у него был хрип, но пел он им так, что, в общем, многие имеющие голос могли бы позавидовать. Потому что, ну, если нет голоса, то ты начинаешь уже брать чем-то другим. Он не играл совершенно там вот, фантастическим гитаре. Вот. Нет, он совершенно нормальная игра. Правда, вот он любил делать вот потише стих. Да. То есть вот басы, да. Да я вот из-за него, то есть...